Ну вот, такой вот туманище, не думал, не гадал я, что это засниму сегодня. Это я сейчас по пути в парк Тродос, сошел я со своего маршрута, чуть выше подняться, с этого Пожуар. Я по Жуаре с него сошел, решил подняться по ответвлению наверх. Ну тут, во-первых, разметки нет никакой, ничего не понятно, как подниматься. Довольно маршрут диковатый. Но я хочу обратить внимание на туман, который сейчас начинается здесь. Тут сегодня погода менялась 100 раз. То солнце, то дождь, то пекло после дождя, духотища, а теперь туман. Кто мог подумать, что 7 июня я такое вот увижу здесь. Просто шикарно. Другое дело, что куда дальше идти, вот это не совсем понятно, потому что стрелочки были, а тут я нахожусь уже на такой вершинке, а дальше как бы никаких маршрутов, разметок нету. То ли сойти вниз и там по дороге идти, то ли, то есть, значит, направо повернуть, то ли плюнуть все и идти вниз к Платресу и сделать эти 10 километров просто и все, и не идти в парк Тродос. Тродос-сквер. Но вот такой вот вид сейчас. Вот такое туманище. Он быстро разойдется. Потому что еще минуту назад тут было все светло. Потом стало темно. И потом вот наступил туман такой. Ну-ка посмотрим, что тут за памятники. Такие еще. Сейчас посмотрим всю эту сторону. 7 июня, однако. Вот такие виды. Такие панорамные виды. Вот уже как бы распогодилось получается. Только что тут был туман, а теперь уже он проходит и снова становится яснее. Тут была чернейшая туча пару минут назад. Так, а что делать-то теперь, непонятно. Разметок нет. Идти вниз туда вниз, и идти вниз по кольцевому маршруту обратно к Платресу. Да, непонятно. Тут маршрута нету. Что-то очень-очень все не размечено, непонятно. Да. Ладно. Сейчас пойду еще этот туман запечатлю. Оно того стоит все-таки. Маленькие нюансы Кипра. Хотя, не знаю, на Хермоне может тоже такое быть, конечно, в июне. Но все-таки как-то здесь оно смотрится так интереснее, поинтереснее. Да, на Хермоне тоже, может быть, я вспоминаю там. Даже в середине июня бывают туманы. Это да. Если Хермон брать в расчет, принимать в расчет, туда, там тоже туманы нехилые бывают. Я даже помню, я снимал это все. Вот. Ну ладно. Все, пожалуй.